Баскетбольная команда канала 7 ТВ прошла без поражений групповой этап турнира по уличному баскетболу в формате NBA 5. Сборная нашего канала, в составе которой на площадку вышли и баскетбольные комментаторы Дмитрий Матеранский и Игорь Знаменский, одержали две уверенные победы над своими коллегами из других каналов. Знакомые люди были незнакомые люди, очень достойные все парни, очень сложно против них играть, но мы сумели собраться, сыграли как одна команда, и в итоге у нас все получилось.